Ну-ка, Бурин, хвастайся. Ну, как бы скомкал весь чулок, сейчас посмотрим. Ну, покакал там в уголочке, сдвинул, вот, собственно, так старался, линял. Так что сейчас посмотрим, что получилось. Главное, чтобы тут все запчасти были, остальное мелочи в жизни. Да, солнце мое? Ну, красавчик, красавчик. Показываю, оно там вот вовнутрь завернуто, я просто вот его просто обоими руками, я не могу показать одной, разворачиваю вот чулок, как вот если бы носки наизнанку сняли, вот так вот я все это выворачиваю, и тогда оно в развернутом виде будет. Рассказывал, почему разворачиваю, проверяю, не отдаю тараканам, потому что надо убедиться, что линзы с глазок на месте, что чулочек весь монотонный, цельный, вот он такой длиннючий, и там еще кончик хвостика, все на месте, да. Кончик хвостика, то есть если какой-то запчасти не хватит, соответственно, надо будет змею отмачивать, чтобы оно торгалось отдельно. Теперь можно любоваться красотой несусветной. Полинявшая красота куда-то свалить пытается. Нет, солнце, ты туда не идешь, ты сюда идешь. Вот. А ему же не нравится, когда захватиться не за что. И вот он пытается куда-то свалить, бы тут держаться тупо. Вот хвостом только упираться можно. Нет, туда ты не пойдешь, тут гуляй. Все, не пойдешь ты туда. Это почему? А я хотел. А может можно? Нет, солнце, не можно. Он такой красавчик. Там на заднем фоне Зина прибежала. Думает, что если я достала змею или что-то делаю с контейнерами, то все, значит, кормятся. Будет шанс пионерить заморозку. Нечего пионерить. Кормюшки не будет. Просто любование красавчиком обновленным. Вот такой мужчина вымахал. Ух! Вот не знаю, как видно его размер или нет. На фоне руки вот такой браслет ползет на меня. Вот такой красопета. Ну, если меня от кончика пальцев до плеча мерить, до сустава, он длиннее. Ну, а Мигела как бы такого же калибра, но не-ка еще длиннее и пошире в теле. То есть эти два товарища чуть помельче. Вот такие вот. Веснушчатый. Ну, это окрас называется морфонормал. Так что тут без всяких вариантов. Но, тем не менее, это тоже очень красиво смотрится. Вот, полюбуюсь немножко, поменяем, срач в контейнере уберем, пеленку новую, и все, и можно будет ребенка обратно запускать. Вот сейчас я его заставлю на руку намотаться. Идешь, нет? То ли какие-то сомнения, колебания. В широком месте тела вот так вот он выглядит. Понятно, что голова поуже и хвостик поуже. Вот такой дружочек. Красавчик. Ну, ему хочется куда-то свалить. Да, валить особо некуда. Угу. Потому что сейчас мне некогда сильно с ним гуляться. У меня сегодня воскресенье. Я всегда смеюсь, предмусорный день. В понедельник приезжает мусорка, поэтому в воскресенье надо все убирать, готовить к вывозу мусор, по-русски говоря. Да, так что еще заниматься есть чем. Блестит весь. Красавчик, красавчик. Вот так вот. Порелаксировала с товарищем. Да, ну давайте еще раз длину покажу. А это держаться не за что, капец. Ой, это все, паника. Вот такой товарищ. Вот такой красивый. Угу. Ну, сейчас пойдет в свой контейнер. Мальчишечка мой. Ух.